На сегодняшний день в нашем волонтерском братстве представлены ряд организаций, которых вы услышите на пресс-конференции, которая состоится на следующей неделе. В ней есть представители организации Рады Громадской Безпеки, Наталья и Александр Пранчук, которых вы все прекрасно знаете, то есть люди, которые зарекомендовали себя достаточно серьезно. И мы хотим, многие другие, мы хотим пригласить туда еще тех волонтеров, которые хотели бы очень прозрачно, очень открыто и очень ответственно работать перед теми, кто сегодня готов и хотел бы помогать армии, помогать раненым. В чем, еще раз говорю, суть этой прозрачности? Это ведение документации, это прием информации по людям, которые оказывают помощь. Это отчет по поводу того, куда в конкретное место ушли определенные средства. И таким образом мы дадим возможность любому желающему понять, зачем, для чего, куда расходуются средства, мы сможем предоставить эту информацию. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что информация не, организация не закрытая. Волонтерское братство – это открытая организация. У нее будет единый центр горячей линии 0800. И таким образом мы очень надеемся на то, что мы сможем оправдать доверие и снять все вопросы, которые возникают по поводу отчетности средств, которые собирают люди на помощь в АТО и помощь раненым.